Фойе драмтеатра забито до отказа. Гостей встречают герои из булгаковских произведений «Морфий» и «Собачье сердце». Но собрались они по другому поводу. На сцене Владимирского театра драмы премьера мистической дилогии «Мастера Маргарита». Впервые постановка разбита на две части. Многие гости смотрели этот спектакль в других театрах. В предвкушении, как будет здесь. Такие художественные хорошие ожидания, а типа житейских не знаю, потому что после того спектакля у меня от полушубка отвалились все 7 пуговиц. Свидетели, вот мои друзья, пока в электричке до дома ехали, у меня отвалились все пуговицы. Вот такие чудеса. Настолько сложный и текстово, и структурно роман, что сделать акценты на всем, что есть у Булгакова, просто невозможно. Поэтому кто-то делает акцент на шалаимские главы, кто-то берет в основу историю любви Маргариты и мастера, кто-то делает акцент на нечистой силе. Я не могу предположить, что сделает господин Кузнецов, но мне кажется, что это должно быть интересно. Религия – это опиум для народа! Новое время, товарищи, открывает нам глаза на правду! Так пусть моя речь сегодня на заседании Массолита будет для многих литераторов нашатырным спиртом, который выведет нас всех из религиозной комы. Понтий Пилат, Николай Горохов и Воланд Владимир Лаптев делят одну гримерку на двоих. Для последнего роль мистического интуриста была желанной. Консультант, профессор черной магии, получился у заслуженного артиста Эстонии не столько олицетворением зла, сколько существом интересующимся. Какой сатана? Он не сатана. Понимаете, это нечто оттуда, в облике человека, который понимает, что кто же управляет этим миром и вообще всем окружающим вокруг нас. Вот, и пытается уточнить, насколько какой-то есть человеческий прогресс, внутренний, по крайней мере. Внешне люди меняются сильно. Фигура Понтия Пилата остается загадочной даже для самых опытных исполнителей роли, считает Николай Горохов. Его герой как бы загнан в рамки того времени. Самое страшное другое, ведь он отказывал Синедриону в убийстве Иешуа Ганоцри. Но даже власть, и он говорит там замечательные слова, он говорит, что ж ты сделал такое для них, что даже я не властен тебя спасти. По словам Владимира Кузнецова, эта постановка – определенный риск. За все время существования мистического романа никто в нашем академическом театре не решался адаптировать его для сцены. Если честно, если бы сейчас было предложение второй раз взяться за «Мастера Маргариту», я с удовольствием бы поставил совершенно другой спектакль. То есть это такая многослойная почва для фантазии. В репертуаре режиссера это уже четвертая булгаковская постановка. Но только во время работы над «Мастером и Маргаритой» начали происходить странные вещи, говорит Кузнецов. Сценарий отказывались печатать все принтеры в театре, а автор бессмертного произведения не раз появлялся ему во сне. Прилетали вороны в окно, кошки черные ждали, в общем, у автомобиля и так далее. Там сны снились такие, что, в общем, мама не горюй, тексты пропадали на репетициях. Мистические события исполнительницу роли Маргариты Валерию Емельянову не окружали. Девушка старается в потусторонние силы не верить, но для самоуспокоения перед премьерой все-таки сходила в церковь. О своей героине говорит кратко. Маргарита – девушка любящая и самоотверженная. Но близки ли актрисе поступки героини? В моей жизни есть мой мастер? Да, наверное, готова. Наверное, готова. Хотя, признаюсь вам честно, в школе я не смогла прочитать роман. Мне действительно стало страшно. Я вообще человек, который жутко боится привидений, историй там о них. И эта тема для меня такая очень сложная. В тот момент вообще категорически отказалась его читать и прочитала в кратком содержании, чтобы только написать школьное сочинение. А вот тут пришлось играть. Я, конечно, перечитала от корки до корки и не один раз. Но мне было жутко. Обе части спектакля выстроены вокруг гениального произведения мастера, но Владимир Кузнецов постарался сделать так, чтобы и первая, и вторая часть могли существовать самостоятельно. Дилогия завершает 169-й театральный сезон. Еще раз постановку зрители смогут увидеть лишь в октябре, после фестиваля «У золотых ворот». Евгения Палагина, Дмитрий Шаталов, «Губерния-33».